друзья, как спать? Как спать, чтобы вас не заметили, что вы спите, но вы спите. Я не знаю. Это очень сложный урок. И... Но для начала нужно... И знаете, что как только вы закроете глаза, то это будет знак для всех, что вы спите. Потому что большинство людей спит с закрытыми глазами. Как бы вам научить спать, чтобы никто не заметил, что вы спите? Я думаю, сделаем так. Закрывайте глаза. Там посчитайте барашков, слоненков. И когда вы начнете видеть какие-то сны, начинайте двигать руками, ногами, чтобы все думали, что вы не спите. Понимаете? То есть, как бы вам это сказать. Вот. Поняли? Дело в том, что когда вы так будете делать, никто не подумает, что вы спите.